Всем привет, 2020 Зебра, и давайте рассмотрим, как сделать на АК-47 именно целик. Погнали, открываем тулы, открываем куб, все это дело вытягиваем, жмем Edit, жмем Make Poly Mesh. Вы видите, что вот сейчас вот куб стоит фронтально, если его вертеть, можно левый, правый бок вверх увидеть, это очень удобная штука. А вот эта штука, в принципе, нафиг не нужна. Сейчас ее можно отключить. Это получается тумс. Вот этот. Все его отключаем. Ну и погнали теперь в геометрии. В геометрии заходим в сайз. В сайзе чуть-чуть уменьшаем размер. Теперь все это дело немножко сплюснем. Переворачиваем вид сверху топ. Shift, левая кнопка мыши, и немножко это дело все так вытягиваем вот таким вот образом и немножко сплюснем. Ну, где-то вот так. Делаем, смотрим поле F, делаем всему этому DynaMesh. Резолюцию чуть-чуть можно побольше. Так. Можно поставить Project. Вот так вот будет лучше. Теперь заходим в SubTool и делаем дубликат вот этой вот штуки. Выводим этот дубликат именно вперед с помощью Move и Gizmo. Перекручиваем его вот так вот. Ставим ровно. Смотрим, чтобы он именно ровно стоял, без искажений. Так, и немножко вот так его сплюснем, чтобы он стал потоньше. Даже и еще потоньше. Так, это уже в геометрии можно зайти в size и попробовать, какая штука его уменьшает. Вот так. Теперь все это дело переводим кверху. Немножко уводим вот так. Можно поставить прозрачность, чтобы глубину видеть, насколько он погрузился. Alt, левая кнопка мыши приближает. В принципе, все достаточно. И теперь делаем этому дубликат. Переключаемся на средний дубликат, ставим его на вычитание, переводим наверх. Прозрачность можно отключить, поле F тоже. И теперь делаем Merge Down. Окей, объединяем и снимаем маску, делаем вычитание. Вот так все это дело произошло. Следом нам вот понадобится опять вот эта плашка. Мы, оп, пардоньте, эту можно одну делит, хотя потом тоже дублировать надо будет. Вот эту делаем дубликат. Один дубликат отключаем, на второй переключаемся. Теперь моб можно сделать толщину. Так. Вот так сначала уменьшим, перекрутим вот таким вот образом. Выровняем Shift, левая кнопка мыши, уберем Gizmo, поставим Ctrl Shift, переключимся на Circle, вот этот. Вот так его уменьшим. Теперь Ctrl, переключимся на квадратную обрезку. Вот так все это дело подровняем. Теперь Ctrl, выделяем вот эту часть, делаем Ctrl-I. И теперь ее вот так вот с помощью Gizmo вытягиваем. Теперь снимаем выделение, Ctrl, левая кнопка мыши, и делаем DynaMesh. Смотрим сетку, сетка нормальная, выводим. Можем ее чуть-чуть вот так вот уменьшить и немножко вот так вот подобрать. Так, теперь
помощью геометрии можно все это дело раздуть. Смотрим, чтобы это все было ровно. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Поворачиваем ее, выравниваем. И опять же это дело все Ctrl-Z раздуваем. Вот так вот. Теперь все это подводим вот сюда. Вот так устанавливаем. Делаем теперь чуть-чуть ее поменьше. Вот так вот. Где-то так вот. Ага. Смотрим, что да как. И вот так на всю толщину ее выставляем. Теперь следом ставим на вычитание. Делаем merge down, окей, и делаем вычитание. Теперь в геометрии заходим в Modify Topology Mirror and Well. Вот такая прикольная штука. Теперь следом заходим, включаем append, находим цилиндр, переключаемся на цилиндр, перекручиваем цилиндр. Вот так вот. Смотрим, чтобы все было ровно. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D, чтобы он округлился. Теперь заходим в Geometry DL Lower, делаем DynaMesh. Теперь сайзом все это дело можно уменьшить. Вот так. И вот так все это дело растянуть. Так, смотрим, чтобы все нормально было. Смотрим сетку. Сетка нормальная. Так, немножко все это дело, наверное, еще уменьшим. Вот так, немножко растянем. Вот таким вот образом. Так, толщина нормальная, все вроде хорошо. Теперь вот нужно нам вот эту штуку поднять кверху и вот этой верхней плашки сделать дубликат. Делаем дубликат. Верхний отключаем, вот эту плашку тоже, у кого включено, можно отключить. Переключаемся на цилиндр, ставим вычитание, переключаемся на плашку. Так, пардонте, переключаемся, поднимаем цилиндр кверху. Вот так вот. Вычитать будем именно плашку из цилиндра. Теперь на плашку переключаемся, вычитание. Переключаемся на цилиндр, merge down, ok. И теперь снимаем выделение. Вот такое вычитание прошло. Вот так все классно. Ну и теперь нам опять понадобится вот эта вот плашка. Мы делаем опять же дубликат. Эту отключаем. И вот эту плашку нужно раздуть. Опять же гизмо. И вот так вот ее надуваем. Таким вот образом. Делаем DynaMesh. Смотрим, как она погрузилась в модель. И теперь поднимаем ее кверху. Ставим ее на вычитание. И объект цилиндр. Делаем merge. Окей. И вычитаем. Вот такая штука получилась. Все прикольно. Shift, левая кнопка мыши. Включаем плашку. Можем вот эту вот штуку поднимать, опускать. Теперь append заходим. Теперь append заходим. Находим опять же цилиндр. Переключаемся на цилиндр, перекручиваем его вот так вот. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D. Теперь заходим в геометрии DL Lower, делаем DynaMesh всему этому. И все это дело сайзом уменьшаем. Вот так вот. Теперь все это дело поднимаем кверху. И вот так все это дело растягиваем.
немножко увеличиваем и немножко уменьшаем. Вот так вот. Вот такая получилась штука. Ее тут теперь нужно вычесть. В принципе, можно Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Передвинуть вот эту штуку вот сюда. Сделать ее побольше. Здесь чуть-чуть ее сделать поменьше. Вот таким вот образом. И теперь Ctrl, левая кнопка мыши, перетянуть просто на эту сторону. Или сделать Merge, Modify Topology, Merge Down. Так, все это понятно, все это классно. Так, теперь нам что нужно сделать? Так, можно сделать теперь вот этой дубликат. Одну замаскировать. Ctrl-W, нажать Ctrl-Shift. Удалить ее с помощью геометрии. Modify Topology Del Hidden. И вот эту часть одну взять, опустить сюда, подогнать посередине, вот так ее теперь вытянуть, подогнать сюда, смотрим, что тут да как, ну, в принципе, ровно, чуть-чуть можно даже где-то что-то, и вот до низу ее опустить, немножко тянуть вот так вот. Даже можно чуть-чуть уменьшить. И теперь Modify Topology Mirror and Well. Вот так ее сделать. Все прикольно. И теперь Ctrl левая кнопка мыши, поднять ее до верха, сделать, опять же уменьшить и немножко ее вот сюда вот так вот поставить, вот таким вот образом. Ну вот где-то так. И прорезь тут еще можно прорезать потом. Так. В принципе, вот такая штука есть. Ну и давайте теперь рассмотрим, как полосы делать. Так, сначала плашки, наверное, еще сделаем. Mirror and Well. Геометрии сделаем. Mirror and Well. Теперь сделаем Mirror and Well вот этой вот последней плашки. Modifier Geometry делаем Mirror and Well, чтобы ровненько все было. Ну и теперь погнали делать вот эти цифры. Так, вот эту вот часть пока можно отключить. Переключаемся на плашку. Вот на эту плашку Shift. Отключаем. Нам нужна плашка и вот эта нижняя тоже. Ее поднимаем кверху. Все нормально. Теперь ее перекручиваем. Вот так вот. И вот так вот ее намечаем. Тут теперь ее еще делаем потоньше, вот так вот. И вот здесь нам теперь понадобится именно ракурс. Ну, в принципе, сейчас я посмотрю. Так, и вот теперь нам нужно здесь делать именно разрезы. Вот так опускаем. И делаем Ctrl, левая кнопка мыши. Это раз, два, три, четыре,
пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Пять. Теперь вот это будет шестая. Смотрим, как они погрузились. Вроде все нормально. Снимаем выделение. Теперь резко. Режем вот так вот. Режем вот так вот. И режем вот где-то так. Получились вот такие вот у нас квадраты. Все прикольно. Вот этот квадрат один можно убрать. Ctrl-W, Ctrl-Shift, левая кнопка мыши и Geometry Del Hidden. Вот такая получилась штукенция. Теперь ставим на вычитание и переключаемся на плашку. Опять же Merge Down, ОК. И вот так снимаем маску. Вот такие получились полосы прикольные. Теперь нужно добавить буквы. Добавляем цифры, буквы с помощью текст 3D. New текст пишем букву P. Так, даже через Shift большую давайте P. Enter нажимаем и ждем, когда буква подгрузится. Вот буква подгрузилась. Теперь с помощью гизмо вот так ее так выравниваем и вот так переносим. Теперь нужно сделать ей Dynamesh, потому что у нее сетка вот интересная. Нужно Dynamesh теперь сделать и резолюцию чуть-чуть побольше, чтобы потом четко она вычиталась. 256 где-то нормально будет. Так, все, это теперь мы уменьшаем. Надуваем потолще можно и теперь подгоняем вот сюда, устанавливаем, опускаем и немножко еще уменьшаем, еще чуть-чуть подгоняем, ставим теперь прозрачность, Alt левая кнопка мыши и немножко погружаем. Так вот. Вроде нормально погрузилось. Теперь прозрачность убираем, поле F убираем. Смотрим, где она. Поднимаем ее именно до плашки. Ставим на вычитание. Переключаемся на плашку. Делаем Merge Down OK. И делаем вычитание. Левая кнопка мыши Ctrl. Все, вычитание прошло. И также можно поступить числами. Вот такой вот получился целик. Ничего так прикольный. Для Калашникова, в принципе, норм пойдет. Выдавленные цифры. Буква P. Тут регулятор. И, в принципе, ничего на нем такого больше не мая. Вот такая вот деталь именно для Калашникова. Вот так простенько делается. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике будем прицел делать.